Урок на открытом воздухе сегодня провели для первоклассников. Учили, как правильно добираться до школы, ведь по пути опасные дороги, непонятные знаки и новые правила. О чем поведали юным пешеходам люди в форме, узнали наши корреспонденты. Валя Казадумов на днях стал первоклассником. Дорога в школу, затем кружки. Каждый день мальчику приходится вспоминать правила пешеходного перехода. Я узнал, что пешеходы должны посмотреть по сторонам и перейти правильную дорогу по зеленому человечку. Сегодня Валя и другие первоклассники на практике тренировались правильно переходить проезжую часть. ГИБДД совместно с педагогами 23-й школы провели открытый практический урок «Перекресток». Где будем останавливаться? Прямо у края проезжей части? Нет. За пару шагов, да? Ну вот давайте проверять. Первый урок, пошли. Детям рассказали о частых ошибках, которые совершают пешеходы и попадают после этого в опасные ситуации. Дети часто забывают, что необходимо обязательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части. Не только на светофор, но и по сторонам обязательно убеждаться, что водители их видят и пропускают. Обязательно дождаться зеленого сигнала светофора, разрешающего, чтобы безопасно переходить дорогу. Конечно же, обязательно снимать капюшоны, убирать наушники, не разговаривать по мобильному телефону. С начала 2017 года на территории города в ДТП пострадало 20 детей, 10 из них за летний период. В рамках мероприятия «Внимание, дети», которое проводится до 10 сентября, инспекторы ГИБДД посетят все школы с профилактическими беседами, викторинами, а также такими открытыми уроками и шагающими автобусами. Валентина Приходько, Анна Кочергина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.